открывает двери. На страницах ярких птицы, рыбы, звери приглашают в сказку Элли и Татошка. Не теряй же время, почитай немножко. Отправляйся смело в мир стихов и сказок, повести, романов, басен и рассказов. С книгой интересней жить на белом свете. Очень любят книги взрослые и дети. Читай, мой друг, и узнавай про горизонты радуг, луну бою, про наш с тобой любимый край, где солнце яркое над головою. Читай, мой друг, и узнавай о спорте, о науке, о планете. Скорее книгу открывай, и ты узнаешь обо всем на свете. Читай, мой друг, и узнавай.